Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это ивенты, которые будут длиться до 4 мая. Кратко, очень быстро, все понятно, все для вас. Нападение на остров Неистовства. Все перечисленные ивенты будут длиться до 4 мая. В период ивента увеличено время пребывания в подземелье острова Неистовства с 1 часу до 2. В подземелье острова Неистовства можно получить золотой сундук. Если открыть сундук, можно получить благословенный свиток модификации. Сияющая антикварная вещь. Если ее продать, за одну единицу предмета 5000 адены. Благословение Неистовства, ежедневные награды. Период ивента становится доступным, получаемый ежедневный бонус в виде предмета часы острова Неистовства, одна штука. А также дополнительный бонус по дням позволяет получить следующий предмет, который вы видите на экране. Карты классов, реликвия энергии. Финальная награда, такой же сундук, что выпадает с монстров на острове Неистовства. Ускоренное развитие клана. Увеличена прокачка клана с 200% до 300%. Увеличено количество получаемого опыта клана, который идет в подсчет уровня клана. Количество получаемых очков вклада остается прежним. Сокровище Неистовства. Во время ивента каждый день 12 часов по почте будет отправляться сокровище Неистовства. Золотой сундук, 500 энергии Энхасад, заряд души, зелье развития. Время жизни письма 3 часа. Также вы видите график. Если тебе нравятся мои видосы, ставь лайкосы, пиши комменты, подписывайся на канал. Всем до новых встреч.